Друзья, всем привет! Всех с наступившими праздниками! Наконец-то мы снова в эфире. У нас сегодня 8 января, на улице лютейший просто дубак. В лес далеко ехать не хочется, поэтому сегодня мы приехали к нашему краснодарскому водохранилищу поискать грибочек. Посмотрим, что растет сейчас в такую погоду. Мы ищем фламулину, может быть, попадется вешенки. Посмотрим. Очень холодно, морозно, срывается снег, земля промерзлая, грибы, соответственно, тоже мерзлые сегодня. Поэтому посмотрим на нашу растительность, на наши грибы. По-быстренькому попробуем сегодня что-то снять для вас и показать. Поехали. Вот и сама фламулина. Вот она тут есть, она молодая достаточно, она идет по стволу. И, конечно, она маленькая, и она мерзлая. Сквозь вот такой бурелом сейчас попробуем достать. Вот она в самом начале здесь получается. Прям можно вот так вот ее откалывать. С мини-корзинчиком я сегодня. Вот, уже что-то поднакидала. Много мелкой россыпи. Мороз притормозил ее рост. Некоторая прям ломается. Это у нас ива старая. То есть, видите, любит она ивы. Ну, ее можно встретить на других деревьях. То есть, деревьях любит она и плодовые деревья, любит и дубки. Гриб-паразит селится и заражает деревья, тем самым питаясь ими, их разрушает. Тут здесь совсем малыши такие, даже не будем брать, оставляем. Здесь дрожжалка оранжевая селится вместе с щелелистником. Вот какое неплохое деревце. Ну, тоже маленькое очень. Смотрите, здесь не пройдешь. Получается, вот она. Вот она. И дальше мелкота по стволу пошла вверх. Повалила ее. Снег пошел. Грибы замерзшие. Новый год у нас был очень теплый, а сейчас мороз на Рождество. Видите, да? Фламулина бархатистоножковая, зимняя пята. Их отличие в том, что пластинки у них такие вот молочно-желтые, кремово-желтые. Ножка всегда у них от того и названия бархатная. С возрастом темнеет. Бархатистоножковая. Грибы мороженые, это не страшно. То есть они как вешенки оттаивают и восстанавливают свою структуру. Замечательно. Вот здесь пикаряга еще. Даже нож не нужен сегодня, потому что можно просто откалывать. Ну, совсем мелочь, как видите. Только вот это. Ну, ее можно собрать. Да. А здесь, на этом стволе, чуть покрупнее, да, вместе с щелелистником. Вот она идет прямо до самого конца этого дерева. Такое вот соседство у этих грибочков. Есть даже погибшие. Этот экземпляр неплохой. Второй прям, наверное, уже не достать. Такая вот фламулинка, самая то как раз. Ее можно брать и на жарку, и на закрутку, на маринование, на соление, на что угодно. На фоне зеленой травки, ну такая симпатичная. Здесь прям покрупнее, притрушенная такая. Снежком. Руки мерзнут. Прям вообще перчатки хочется одеть. А, они где-то лежат в рюкзаке. Видите, прям ломается фламулинка. Прям не взять ее. Но, повторюсь, это не страшно, потому что, когда она оттает, она полностью восстановит свою форму первоначальную. Ух, январские грибы. Вот представьте, да, сколько их по стволу. Здесь еще немножечко. Прям экземпляры подросли некоторые.
Сейчас быстренько на супчик там и наберем. И еще парочка. Спряталась. Но мы ее нашли. Здесь прям уже дерево рушится, а фламулинка еще лезет. Этот кустик за сегодня самый зачетный. Самые крупные экземплярчики. Ледяные ледышечки. Такие красивые на фоне зеленой травы. Даже не верится, что январь. Мы как в той сказке, прям про 12 месяцев. И с этой стороны не менее прекрасная фламулинка в рядок растет. Тоже отправится вместе с нами. И снег вроде прекратился, и ветер перестал дуть, и руки не так уже мерзнут, когда грибы попадаются все больше. Нет, снежок идет, но уже не так холодно. Или может то, что мы вошли в азарт. Всегда, когда грибы попадаются, ты уже не чувствуешь каких-то погодных условий, усталости и прочее. У тебя появляется стимул искать. Поэтому, я думаю, только грибники меня и поймут. И еще немножко, но тоже хорошо. А здесь замечательно у корней расположилась фламулинка. И с этой стороны еще снежком притрушенная. Тоже красивенькая. Фламулина бархатисто-ножковая, зимний опенок, обладает не только хорошими пищевыми качествами, но еще также давно уже употребляется в китайской народной медицине. Почитайте о ней. Потрясающий гриб, во-первых, в первую очередь обладает противоопухолевыми свойствами. Здесь прям как с корнем, смотрите, говорят, у грибов нет корней. Конечно, их нет, но бывает иногда у фламулины, которая вот так растет беспорядочно, вот такие вот длинные ноги, похожие на корневища. Их надо обрезать, потому что вот это вот коричневая ножка, которая с возрастом потемнела, она уже будет жесткая, поэтому является не очень-то пригодной в пищу. Обрезаем до желтенького, до основания. Смело вот так даже можно, а потом еще дома подрежем. Иногда попадаются такие экземпляры, особенно которые растут из перегнившей древесины из земли, очень часто встречаются с вот такими огромными ножищами. Срезать ее сейчас просто нереально, потому что она мерзлая. Видите, поэтому она очень даже хорошо отламывается. Очень радует меня. Еще с той стороны же у нас неплохие экземпляры. Здесь больше, чем в остальных местах даже получается. И все это, ребят, если честно, не отходя 50 метров от машины. И вот это вот меня вообще еще больше радует. Но мы далеко находимся от поселка, от проезжей части. Здесь достаточно плохая дорога. Я имею в виду в том плане, что идти пришлось недалеко. Забывайте соблюдать правила сбора грибов. То есть собирайте в местах, которые далеко находятся от какого-либо производства, от проезжей части машин, где машины ездят. От населенных пунктов все это имеет свойство откладываться. Все нехорошее в грибах. Даже самыми съедобными из грибов можно будет просто отравиться. Тут еще немножко. Вообще, если походить, я думаю, можно, конечно, набрать и больше. Но она, видите, мелкая. Ей, конечно, нужно время подрасти. Она только началась буквально в этих местах. То есть это уже второй слой, получается, первый сошел быстро, а это уже лезут молодые. Вот такой вот еще я ствол нашла. Не видно начала даже, вот где они там, грибочки, идут, и идут, и идут. Смотрите, какая прелесть. Ну вот, чем дальше посадку, тем и грибов-то побольше. Идут, и идут по всему стволу. Вот такая тебе фламулинка.
Ох, радости сколько, даже руки не мерзнут. Хотя рот уже не работает, не может разговаривать от мороза. Супер, вот эта находочка, классно. Ух, я думаю, вы так же рады за меня, как и я. Класс. И вот здесь еще тоже вокруг ствола попалась красавица на выходе из этой посадки. Тоже прыгает с нами в корзиночку. Скажу вам, что очень много малышей, очень много. Поэтому она только-только начинается. Все у нас еще с вами впереди. Поэтому идите к воде ближе, смотрите ивняк, смотрите какие-то плодовые деревья. Видите, она еще будет. Погода как раз только начинается для фламулины, еще бы снега. Тогда у нас с вами есть все шансы на хорошие зимние сборы. Вот тут крупненькая. На зеленом мху присоседилась красавица. Симпатичная такая. Ух, не сломать тебя. Неплохая тут деляночка. Дальше меня тоже Надя зовет. Наверное, что-то нашла. Интересно, что там у нее попалось. Наверное, тоже хорошие экземпляры. Класс. Есть молодые совсем экземпляры, подмороженные. Такие прям на земле. Можно взять. В колючках каких-то. Перспективное достаточно местечко. И на будущее, думаю, что здесь тоже еще будут грибы, потому что, очень видите, много мелких. Таких прям, что и не возьмешь. Запросто будут еще грибы. Нужно подождать еще осадков, потому что только один день дождь был перед Рождеством. И все. Нужно бы еще влаги. Не хватает все-таки нашим грибам влаги зимой. Мало осадка. Думаю, что когда пройдет снег, фламулина попрет еще более массово. Такой славный пенек малышей. Тут чикал уже большие. А малыши отросли. Неделю назад, скорее всего, кто-то ходил чикал. Еще кучечка. Здесь тоже такая вот россыпь на дереве. Красиво. И пошли, пошли, пошли малыши до самого конца ствола. И вверх уже там не достать. Симпатичная. Так что фламулинки много, и она молоденькая, и она еще будет. Как видите, да, сколько малышей. Все у нас впереди еще. Ну а это за сегодня, наверное, самые большие экземпляры, которые мы нашли у основания дерева, примерзшие. Ну, такие крупные, прям вообще класс. Размерчики впечатляют. Хо-хо. Ноги, конечно, полный атас. Вот и крупные попались. Вот ради такого, наверное, и стоит ходить в зимний лес.
думаешь, что там ничего нет, а там на самом деле есть. Лесом, конечно, это трудно назвать, это прибрежная полоса, посадка из ивняка. А ивы, как мы знаем, это, наверное, самые любимые деревья у фламулин, у наших зимних опят. Корзинку мы уже давно заполнили и собираем уже то, что есть. Хорошо, что с собой всегда есть какой-то пакет. Вот тебе и супчик сегодня. Здесь уже экземпляры даже успели состариться. Вот пока они с желтыми такими пластинками, такие грибы взять можно. А если вы видите гриб вот такого плана, который уже мягкий такой, потемневший, конечно, ну какой обычный гриб, который потемнел снизу, мы его уже не возьмем. А эти еще неплохие. Так что просто выбираем более свежие и забираем с собой. Напоминаю, что ножка нам особо не нужна, то есть мы в еду используем только шляпки, потому как ножка жестковатая у них. Такая вот красавица попалась еще нам здесь. Просто шедевр, я бы сказала. Можно вот так ее аккуратно варварски вырвать. Ой, какая она свежая. Класс. Были бы они такие все кустики шикарные. Замечательные. И еще останутся даже подрастать экземплярчики. Ну вот разве не прелесть? Еще немножко. Как они классно ломаются, ледышечки. И их пакет. Ну нету больше с собой ничего, если корзиночка. Сегодня наша разведывательная была очень удачная и быстро заполнилась. И вот такие вот еще находки у Нади. Она идет впереди, ей везет немножко больше. С этой стороны еще собираем. И так. И тоже красивая, молодая. И еще с той стороны. Малышка там совсем маленькая. И здесь еще какое-то перспективное местечко. Малыши, горошики. На будущее вырастут, еще будут крупнее намного. Вот она фламулина растет. И вот она кубанюшка наша, речечка. И грибы прям здесь. Красота же. Напоследок не отпускает нас фламулина. Еще попадается и попадается нам на пути мелкота. Эту оставим, не будем забирать, но совсем мелкая. Не отпускает нас совсем. Ну все, это последнее. Горшочек на сегодня может уже не варить. Такой вот у нас сегодня получился сбор. Очень хороший сбор на двоих за 2 часа, я считаю. Мы счастливы, отправляемся все это перерабатывать и готовить домой.